под эгидой городского головы был создан блок Вадима Бойченко. То есть я считаю, что это очень правильное направление, потому что жизнь нас учит уже давно тому, что крупные партии, которые баллотируются на выборах, много обещают, много делают. Но после выборов, как мы знаем, что многие кандидаты забывают, что такое Мариуполь. А блок Вадима Бойченко создан для того, чтобы отстаивать интересы именно Мариуполя. И все, кто принимает участие в создании этого блока и баллотируются в этот блок, в эту партию, это все мариупольцы, это специалисты, которые будут оставаться здесь и будут продолжать начатые, можно сказать, реформы. Касаясь здравоохранения, вспомните, в каком состоянии были больницы 5 лет назад. Так. Вот. Занят, по-моему. Надеюсь, вы были в больнице скорой помощи 5 лет назад. И то, что сегодня это кардиоцентр, один из лучших в Украине, обеспеченный самым современным оборудованием. Это ремонты, которые были проведены, как говорится, от нуля и до теплоизоляции помещения. Сделаны были, в общем-то, в кратчайшие сроки, соответственно, с тем, чтобы не потерять качество. И сегодня наш центр, в общем-то, узнать невозможно. Мы стали лидерами в Украине по качеству оказания кардиологической помощи. Сегодня не нужно пациентам с острым инфарктом миокарда куда-то уезжать, с ишемической болезнью сердца, с патологией сосудистой системы. Это все можно обследоваться и провести лечение у нас.